там бегу. Наверное, мне немножко времени. Совсем не чувствую. Ну что, малышка проснулась. Тогда можно будет позаниматься. Пока малышка спит, я могу еще успеть немножко позаниматься. Надеюсь, она мне даст. Для этого две гантельки и два телефона. С одного я буду смотреть тренировку, а с другого я буду смотреть сериальчик. Так как время быстрее пролетает, интереснее. Так что включаем все наши видосики и начинаем. Малышка наконец-то проснулась. Она прям хорошо так поспала сегодня. Животик вроде нас не беспокоил, но мы не пукали. Тоже не очень хорошо. Для этого мы делаем каждое утро массажик. Я обязательно сниму видео попозже. Полноценный вообще массаж, который мы делаем абсолютно для всего. И для стопа, и для животика, и для ручек. Вот. Ну а сейчас так. Немножко мы с ней потянемся. Да? Проснемся, посмотрим на наши любимые шарики и пойдем мыться, купаться после сна и потом будем кушать. Да, скажи, все, пора просыпаться. У-ху! Вот, еще мы очень любим икать. Бывает очень часто, правда не всегда, но часто. Надеюсь, что когда-нибудь это пройдет, говорят, после 3 месяцев должно где-то проходить. Время 12 дня. Мы вот только-только помылись. Поменяли памперс. Да, скажи? Сейчас у нас небольшой релакс. Гуляем на свежем воздухе. И вот наши любимые шарики. Один, кстати, уже стал сдуваться. Странно, нам сказала тетенька, что шарики минимум неделю будут, но вот эти что-то пока что не особо дотягивают. Вот, в общем, мы очень любим шарики. Можем, ну, минут 10 так точно на них залипать. И на улице, кстати, очень классная погода, светит солнышко, так что я думаю, что может быть. Я даже соберусь с ней, соберусь силами, соберусь с Эмили, и мы пойдем погулять. Как весики. Кто такие стесняшки? Кто такие стесняшки? Вот. Ну, в общем, мой супер разнообразный день. Проснуться, помыть попу, покормить. Убаюкать и все. По новой. Да, скажи? Такую вот поброжульку. Уже почти 4 часа малышка снова уснула. Удалось с ней поспать немножко. Вот что хорошо для меня. Но такая неспокойная уже животика и мучает. Очень уже скорее жду свою маму, потому что она сейчас приедет помогать. Я хоть смогу что-нибудь поделать. Вот. Так как отойти от нее сейчас не вариант. Очень чутко спит, просыпается и начинает кряхтеть. И счастье, приехала моя мама. Теперь я могу немножечко отдохнуть, расслабиться. Ну, конечно же, там поделать какие-нибудь дела, приготовить что-нибудь на ужин. Вот. Так что сейчас будет немножко полегче. Да, сейчас мы с тобой попу помоем. Она не знает, что я буду делать. Да, мы сейчас с тобой попу помоем. Ну, в общем, все. Можно быстренько начинать. Вон целая гора посуды. Ну и в общем, конечно, не веселуха, но хотя бы что-то, какая-то движуха. Малышка собралась гулять. Мама сейчас пойдет с ней на улицу на часок. Вроде бы спит.
Все нормально. Минутка паники. Сейчас мама за ней придет. Все, отдавать ее, да? Все, мы пошли. Пока. Надеюсь, что она не проснется, и мама сможет с ней погулять хоть немножечко. А, ну все, звони, если что. Все, давайте. Ну, я пошла готовить салатик. Скоро уже придет Сережа. Ждем. И помнишь, там кто-то не кушал-то? Тоже стихотворение классное. А, нет, это другой, это Ганя Рёвушка. Ладика, какая. Не даем спать, чтобы ночью спала. Уйди, уйди. Уйди. Да, скажи? Освобождается. Давай, пришел. Уйди, господи. Ну вот, крякалка проснулась. Ничего, господи, пойду ее успокоить.